Виннице пройдет четвертый этап чемпионата Украины с автокроссом. Пройдет на трассе Вихово. Мне кажется, честно скажу, я ни разу не был на этом событии. Я так понимаю, что 2-3 года здесь не проводились эти соревнования. 5, уточняем, что 5. Сейчас я с удовольствием, ну, хочется ознакомиться с этим видом спорта. И мне кажется, что это очень интересно. Для зрителей будет интересный вид программы, потому что я вам скажу, что сейчас, проводя соревнования в Виннице, не всегда найдешь количество людей, как было это раньше.